Буква «Т» дает человеку настырность. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Людям с этим именем необходим порядок во всем. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Значение имени говорит о том, что если вдруг представилась выгодная возможность, не стоит ее игнорировать, а надо воспользоваться случаем, который принесет успех и благополучие. Если в этот момент эти люди увидят комбинацию двоек, это значит, что они смогут полностью насладиться процессом, и удачу уже сложно будет чем-то отпугнуть. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Люди, которые имеют буквы «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Владельцам этого имени действовать помогает высоко развитый аналитический ум. Такие люди хорошо владеют психологией и используют ее для достижения своих целей. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.